Тысячи девушек мечтали об этом дне, и он настал. Максим Фадеев и команда музыкального лейбла «Мальфа» объявили о наборе нового состава, обожаемой миллионами группы «Серебро». Через несколько дней вы узнаете имена трех участниц, которые подпишут новый, эксклюзивный контракт с самым востребованным продюсером России. Добро пожаловать на «Серебро кастинг». Мы сегодня приехали в новую локацию. У нас было какое-то волнение. Для всех было большим интересом узнать, что здесь будет. Мы думали, либо мы будем, короче, бегать, либо мы будем прыгать, спортом заниматься. Будем качаться, там, я не знаю, еще что-то, какие-то эстафеты и так далее. Были версии, что мы будем петь в микрофон и танцевать. Для нас было большой загадкой, кто к нам придет. И заходит Оля. Мы в шоках, как бы. Оля! Привет! Какие... Хочу все вас всех рассмотреть. Какие вы классные. Меня ждали, что она придет. Оля, здравствуйте. Ну, я в шоке была. Надеюсь, вы меня рады видеть. Было очень здорово, в принципе, ее увидеть. Она такая вся светлая, солнечная. Уже 8 девчонок нету. Я смотрю за всеми событиями, слежу, честно скажу, переживаю, потому что нагнетается, да, атмосферка, и, в общем, достаточно тяжело реагировать на все, что происходит. В любом случае, останется только трое. Я вам скажу так, очень важно, девчонки, реально, не оценивать себя, не сравнивать с другими, потому что, во-первых, вы все очень классные. Вы каждая абсолютная индивидуальность. Ты видишь действительно поддержку от человека, который этот путь прошел досконально, и он может тебе сказать те моменты, которые действительно тебе помогут психологически. Просто будьте собой, расслабьтесь. Потому что когда очень напрягаешься сильно, ты не можешь выдать свой лучший результат. Она просто как-то вдохновила нас своими напутствующими какими-то словами. Помните, что то, для чего вы здесь, это музыка. В общем, это был такой какой-то глоток воздуха, просто начинаешь как-то верить в себя. Я хочу позвать вам просто самого крутого чувака, которого я знаю. Это Ильшат Шабаев, он победитель «Танца на ТНТ» первый сезон. Ильшат, зайди! А то, что пришел Ильшат, это вообще прям очень классно, потому что лично я очень люблю танцевать. Ты, да? Да. Ильшатик, смотри, какие классные девчонки. Тебе будет трудно? Очень трудно будет. Мы понимали, что у нас сейчас будет какая-то хореография. Сегодня у нас танцы на ТНТ. Йоу! Все смотрели. Все смотрели проект. Окунемся в этот мир, окунемся в эту атмосферу. Для вас будет задание, я думаю, вы справитесь. Но я Ильшат попросила, чтобы он реально по строгачу. Так что не стройте ему глазки. Ну, либо строите, но он все равно не поведется, я знаю. На мои глазки он точно не повелся. Да. Я сделал какую-то хореографию на сегодняшнее мероприятие, на наше. И Оля сказала, покажи, что ты придумал. Я показал, и она выучила это за 5 минут. Девчонки, ну вот пример стоит перед вами. Человек, который профессионал в танце, в вокале, во всем. И вы должны быть на том же самом уровне. Я просто хочу сказать, что я ухожу. Два человека, когда оценивают, это ужасно. Все, с этими словами я ухожу. Пока. Думали, сегодня это будет легкий день. Вот, но не тут-то было. Задание будет для вас такое же, кстати, как у нас на первом сезоне «Танцы на ТНТ». Оставляем вас на 30 минут, сделайте хореографию на такое-то время. Точно такое же задание будет сейчас для вас. Мы не ожидали, что будет там настолько все серьезно, настолько все сложно. Важно, чтобы была хореография.
Хореография — это синхрон, да, на 30 секунд. И я сразу поняла, это будет нелегко. Трек 18-го года группы «Серебро» Чика Лока. Время столечка, а хореография... Придумать какие-то связки. За такое короткое время, за 30 минут, на самом деле это совсем мало. Вы сейчас команда. Не каждый сам за себя, а вы команда-коллектив. Все серьезнее и серьезнее этапы, поэтому с каждым разом страшнее. Давайте, девчонки, дерзайте вперед. Я верю в вас. Конечно, это был хаос поначалу. Подождите, музыка. Мы начали. Так, давайте, девочки, это вот это сделаем, это сюда. Девчонки все очень резко начали орать, перекрикивать друг друга. Огромный какой-то хор женских голосов. Я считаю, что это некрасиво, нужно уметь слушать. Я постоянно громко всех призывала слушать кого-то одного. Так. Замолчи, ты маленькая, такая орешь, блин, громче, чем все мы вместе взятые. То есть, ну это прям действовало на мозги. Почему все люди в первом линии, если шапка рядом на нем? Прям вот так хотелось сделать, ну, может, раздражало. Была какая-то каша, и я понимала, что у нас ничего не получится, честно говоря. Была полная херня. Очень интересный момент я наблюдаю и вижу, как многие проявляют лидерские качества. Это очень важно для командной работы. Очень было сложно на самом деле как-то сформироваться одной группой, когда нас очень много человек. Некоторые девочки очень-очень правильно включились. Ну, вот хоть что-то началось. Два, три. И на левом присаживаемся. Прогресс. Да. Что, туда, куда? Я не понимала вообще, что мне делать надо, потому что, ну, не хореограф я. Раз, два. А можно ли мы сразу три и вот так вот сделать? Это же не танец, это просто телодвижения какие-то непонятные, невнятные. Бомжи, блин, мне кажется, на вокзале лучше танцуют. У нас осталось 10 минут работы. Как они это сделают, мне интересно. Ильшат нам абсолютно не помогал, он стоял сзади в стороночке. Каждый хотел сделать как лучше, но получилось... Наоборот. Давайте на сцене просто по музыке вставать. В итоге остается 5 минут, и у нас готово только вот как мы встаем. И все. Раз, три, два, три. А сразу можно идти? Да. Ну, было страшно. Я думала, сейчас Ильшат встанет и нам просто вставит. Потому что команда у нас как таковой не сложилась. Послушайте меня внимательно. Вы не справились пока что с заданием. К сожалению, прошло время. Некоторые из вас проявляли лидерские качества. Это все здорово, это все очень нужно было для этого момента. Но это не дало нам нужного результата. Да, были девчонки, которые брали все на себя. Но я считаю, что это правильно, что это не было лишним, что это не было слишком. Это было, ну, классно. Они как-то пытались спасти наше положение. Было задание сделать результат. Как вы это сделаете, неважно. Вы не сделали это. Я даю вам сейчас ровно 5 минут. Как вы сделаете, я уже решу сам. Он просто решил нам помочь. Нас заставил работать. Сейчас за это время я выбрал человека, который покажет хореографию, и все просто будут тупо учить. Так, сейчас ты выходишь, встаешь в центр. Ильшат дал мне задание все-таки попытаться поставить какие-то связки. Управляешь музыкой, показываешь хореографию, и все повторяют через 5 минут, чтобы была хореография. Понятно? Не
Девочки, встаем так же по рядам, поднимаемся. Слава богу, что девочки потом немножечко осознали, что нужно немножко утихомирить пыль. Погнали, садись! Я думаю, что если бы не ее помощь, как бы мы бы так и орали. Спасибо. Добавочные 5 минут закончились, и я хочу посмотреть на результат. Вы готовы? Да. Да. Точно? Да. Давайте. Поехали. Мы старались, мы работали сплоченно, максимально вообще. И, ну, я думаю, что все молодцы. Мы не уложились во время, но все равно мы прошли через это. В общем, было весело. Мы классно справились, потому что мы там, не знаю, не переубивали друг друга, не затоптали. Хорошо. Следующее задание. Мы учим хореографию. Это будет прям постановка. Нужно включаться и просто учить. Максимально внимательно, быстро, четко. Хореография не простая, но и не сложная. То есть я ее придумал такой, чтобы вы ее смогли быстрее выучить. Окей? Встаем так, чтобы всем было видно меня. Поехали. Но. Начинает нам показывать, я думаю, все, я пропала. Начинаем с раз-два, с правой ноги. Раз, подставили. Два, три, четыре. Добавляем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И на семь. Руки сверху. В другую сторону. Восемь. Бум. Угу. После того, как нам показали движение, я как-то начала переживать, потому что мне было сложно почему-то запомнить, не знаю, хотя я занималась танцами. Мы начали танцевать, очень крутые движения, мне все нравилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, пять. Было гораздо сложнее того, что мы делали. У нас там было два прихлопа, три притопа. В итоге мы ее выучили, она нам понравилась, и мне она даже понравилась, я даже ее танцевала, и хорошо танцевала, мне казалось. Мне очень стыдно, понимаете, за то, что люди увидят это. Итак, у вас много всего уже прошло, несколько девочек покинуло проект, и... У нас кастинг продолжается. В группе должно остаться 3 девочки. Сегодня проект покинут 2. Я офигела. Я вообще не ожидала, что сегодня там будут кого-то убирать. Мы выучили хореографию. Вы уже все знаете. Сейчас у вас есть одна возможность. Вы показываете все вместе эту хореографию. И я выбираю 2. Ну и все, конец. Блин, ну позориться так позориться, что еще делать? Поехали, хорошее настроение и танцы. Мы очень все растерялись, и это был полный трэш. Это быстрая музыка, вот это... Очень тяжело в этом ритме двигаться. Думаешь, сейчас надо шаг, сейчас надо руку, а потом в итоге вот так вот получается, и ничего в итоге не получается. Вы большие молодцы, я видел, вы старались. Сейчас вы вздохнете, сделаете глоток воды, с новым дыханием придете сюда через 10 минут, хорошо? Да. Давайте. Да.
Че, Крис, как тебе танцы? Как Ильша? Ой, вообще очень классно. Мне понравилось. Класс. Ой, ты перекусить не хочешь? Да нам уже надо идти. Да есть такая штука Dumples. 2 минуты разогревается. Я сейчас. Пробуй. Я же говорю, вкусно. Как думаешь, что дальше будет? Я не знаю. Нас зовут. Я попрошу внимания, попрошу тишины. Именно сейчас я укажу на двоих. Встаньте, пожалуйста, в линию. Самый напряженный эмоциональный момент. У меня прям ладошки потели, я очень переживала и наблюдала за реакцией девочек. Тебя как зовут? Лиза. Тебя как зовут? Марьяна. Лиза и Марьяна, выйдите вперед. И это было как бы страшно. Хотите что-то сказать? А что мы хотим сказать? А, я не знаю. Ну, если вы не хотите ничего сказать, вы проходите дальше. Спасибо. Да. Итак, те двое, которые покинут проект, они еще сейчас среди вас. Ну, я как бы начала уже понимать, что вот он как-то пошел не таким путем. Вы каждый раз будете танцевать. И я буду отбирать тех, которые присоединятся к двум девочкам. И в конце останется несколько человек, и двое из них покинут проект. Я стою, у меня прям напряжено, ну, все внутри как бы кипит, и я понимаю, что, ну, я могу не пройти. Все по-честному. Вперед! Конечно, не все получилось запомнить. Время было ограниченное. Я смотрел на тебя и поэтому не мог сконцентрироваться. И еще мешала вот эта девочка. Я тебя поздравляю, Женя. Танцуем еще раз. Я просто не запомнила движение, но я, как говорится, не засала. Встала и станцевала. Хорошо, хорошо. Мне понравилось твое настроение. Я тебя поздравляю, проходи к своим коллегам. И еще одна девочка пройдет даже. Тебя как зовут? Поаплодируем, Даня. Прошу. Let's go. Я лоханулась, потому что когда забываешь что-то, потом начинается паника, и из-за того, что все танцуют, ты понимаешь, что тебя снимают, и на тебя смотрят Ильшат, и все такое, и ты просто начинаешь переживать, и все. Мне понравилось твое настроение. Да. Спасибо. У меня тряслись руки, у меня болело сердце, мне казалось, я сейчас умру. Это были прям самые жесткие на сегодняшний день эмоции, купальники вообще там не сравнятся. Спасибо. Становилось все сыкотней. Как тебя зовут? Ираида. Красивое имя. Ираида. Ты проходишь. Сейчас в конце останется 4 девочки. И из этих 4 покинут 2. Их становилось все меньше и меньше. Я представляю, насколько было тяжело танцевать. Мы сидели, всячески поддерживали девчонок. Поехали. Что у тебя случилось? Что такое? Чем меньше, тем больше они тряслись, тем больше, вот я прям вижу, что судороги, потеют лица и так далее. Здесь? Да.
Трэш, полный трэш, полный пипец, взрыв мозга. Просто у меня над головой вот такая обезьяна, которую так делает. Бывает, бывает такое. Ну что? Я очень сильно переживала в тот момент. Прям мне, прям правда хотелось плакать. Как тебя зовут? Вика, ты проходишь, я поздравляю тебя. Господи, это, наверное, за третий день. Это морально самое тяжелое, что было у меня. Как тебя зовут? Доно. Доно? Да. Красивое имя, Доно. Да. Проходи, я тебя поздравляю. Ну, если я лоханулась, так, ну, просто не судите меня строго. Очень серьезная ситуация, девочки. Из вас четверых сегодня двое покинут проект. Сейчас только один единственный этот шанс. У нас есть только одна возможность, чтобы проявить себя. Поехали, девочки. И ты такой, двое вылетит. И начинаешь танцевать, все нормально. И у меня случился такой просто бзик, я начала просто импровизировать. Да, сложновато мне выбирать, если честно. Сейчас пройдет сюда только одна девочка, а трое останутся. И еще у одной будет шанс. И пройдет... Кошечки, кошечки. Пройдешь ты. Как тебя зовут? Девочки, ну а вам нужно сейчас очень сильно постараться. У меня прям тряслись ноги, я себя не могла успокоить. Все, уверенность куда-то далеко ушла. Я думаю, Сэнь, ты в жопе, короче, в полной. Я такая фигачу, пытаюсь сказать ему, типа, смотри, чувак, ты видишь, я стараюсь. Все мы очень судорожно наблюдали за девочками и насколько они пытаются действительно вырвать свой шанс. У меня прям ладошки потели, я очень переживала. Непросто, конечно. И вы, я скажу, все трое борцы, и мы вам поаплодируем, да? Эти аплодисменты вам. Вы большие молодцы. Это был очень хороший опыт для вас. Но это кастинг. У вас был шанс. Но дальше по пути пройдет только одна из вас троих. Это будешь ты. Девочки, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Это было очень здорово. Ну, либо это я такая конченая, либо до него не долетела, я не знаю. Любой проект, любой кастинг, любое шоу – это всегда и печаль, и радость. Наполовину скажу, что я не согласна с решением хореографа, потому что могу сказать, что я все-таки была сильнее. Спасибо большое, девочки. Спасибо. Очень жалко, все плачут, никто не хочет уходить. Было очень тяжело себя в этот момент контролировать, потому что все вот здесь было. То есть как-то я просто не могла в себе полностью эти эмоции сдержать. А что поделать? Должны уходить девочки. Да ну, кто-то справился, кто-то нет. C'est la vie. Я сейчас стою, у меня все на мази сейчас польется. Они несправедливы. Дотка, пожалуйста, выиграет. Знаешь, что не моя судьба. Как бы, а? Понимаете, да? Уровень. И слеза такая капает. Гроздь. Чего ты тонуешь? Ну, потому что... Thank you.
ушла Софи. Это единственный человек, на которого у меня реально пробило слезу, когда она уходила. Ты привыкаешь к ним, и ты знаешь их чувства, знаешь то, как они стремятся к своей мечте. Сегодня я в первый раз засомневалась в себе, как в серебре. Это шоу. Очень грустно, но денек гиперэмоциональный, насыщен прям драматизмом, потому что все реалити, все вот по-настоящему. Думаю, что по итогу останутся достойные три девочки, которые будут и хорошо петь, и хорошо танцевать, и хорошо чувствовать себя на сцене, и просто будут супер бомбические сексапильные девчонки, которые просто будут мегазвездами. Эти трое здесь есть, я их увидел. Итак, для истории. Это